если бы каждое окно в вашем доме могло генерировать электричество. Один стартап из Redwood City, штат Калифорния, считает, что его технология может достичь этого, изменив способы сбора и использования солнечной энергии. Компания Ubiquitous Energy разработала прозрачные солнечные элементы для создания окон Clear View Power, своего рода прозрачное стекло и солнечная панель в одном, которая может превращать солнечный свет в энергию без необходимости использования голубовато-серых непрозрачных солнечных панелей. Компания, вышедшая из Массачусетского технологического института в 2012 году, надеется использовать эту технологию, чтобы превратить практически любую стеклянную поверхность в солнечную батарею. Родина Ubiquitous Energy, Калифорния, является одним из первых штатов, который требует, чтобы каждый новый дом включал в себя какую-либо форму солнечной технологии. Как сообщает CNN, его можно наносить на окна небоскребов, его можно наносить на стекла в автомобилях, его можно наносить на стекло вашего айфона. В основе продукта краситель, которым можно покрывать стеклянные поверхности. Окна, изготовленные по технологии Ubiquitous Energy, покрыты красителем толщиной 0,001 мм. Краситель пропускает видимый солнечный свет, как и обычные окна, но улавливает невидимое инфракрасное и ультрафиолетовое излучение солнечного света и преобразует его в электричество. Энергия с поверхности окон может храниться в аккумуляторах или использоваться для питания домов и офисов. Разработчики утверждают, такие окна могут генерировать до 2/3 энергии по сравнению с традиционными солнечными панелями. Светопоглощающие красители можно найти повсюду вокруг нас. Они содержатся в красках, в пигментах для одежды и даже в электронных устройствах. Но этот краситель поглощает энергию. Как сообщает CNN, основной недостаток этой технологии – это низкая эффективность. Профессор Ан Грете Хестнес из Норвежского университета науки и технологий, специализирующаяся на солнечной энергии, сказала: «Однако все дело в цене. Если прозрачные ячейки дешевле и если ячейки должны покрывать относительно большую площадь, это может быть лучшим решением». Глава Ubiquitous Energy сказал, что прозрачные солнечные элементы в окнах могут производить до 2/3 энергии, которую производят традиционные панели. И он сказал, что их установка обходится примерно на 20% дороже, чем установка обычных окон. По его словам, эти затраты компенсируются производимой ими электроэнергией. Компания хочет, чтобы ее солнечные окна дополняли традиционные панели на крыше, а не заменяли их. Комбинация обоих методов, по словам Барра, может свести чистое потребление энергии большими зданиями к нулю, то есть они производят столько энергии, сколько потребляют. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой технологии. Подпишись, пусть будет нас много. Любой проект оценивается вниманием друзей. Пусть нас будут миллионы, всем вместе веселей.